Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Шульгин остановил приватизацию Куприта. Глава администрации отменил постановление о приватизации 64,5% акций предприятия. Город планировал продать их почти за 40 миллионов рублей. Лот уже был включен в программу приватизации муниципального имущества на следующий год. Однако этот факт возмутил нового главу администрации. Илья Шульгин считает, что предприятие, которое приносит прибыль и занимается сбором промышленных отходов, нельзя передавать полностью в частные руки. Но в программе приватизации остаются Центральный рынок, гостиница «Губернская», «Детский мир». Программа «Экономика». Германия стала крупнейшим торговым партнером Кировской области. За 11 месяцев этого года объем внешней торговли региона составил почти 900 миллионов долларов, сообщили в таможне. Это на четверть превышает параметры прошлого года. Крупнейший контрагент региона – Германия. На нее приходится 20% импорта. Далее идут Италия и Китай. Наиболее востребована за рубежом продукция нашей химической промышленности и лесной, машиностроения, изделия из металлов. А вот поставки продовольствия за рубеж сократились на треть. Импортирует регион в основном химическую продукцию. Органические соединения для производства средств для защиты растений, добавки к минеральным удобрениям, средства для отделки кож. Второе место удерживает машиностроение, на третьем – металлургия. Экономика. ГЖД перечислила в кировский бюджет 1 миллиард. Это цифра за 11 месяцев года. Она по сравнению с предыдущим годом выросла на 17%. В Кировской области РЖД и ее дочерние компании в этом году самый крупный налогоплательщик. Об этом сообщил региональный Минфин. ГЖД всего в этом году перечислила в региональные местные бюджеты почти 15 миллиардов рублей. Самые большие отчисления получает традиционно Нижний Новгород – 9 миллиардов рублей. Кировская область на третьем месте после Татарстана, куда было направлено 1,5 миллиарда. И о валютах. Доллар сегодня 59,28, курс евро 69,64. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.